Всем привет, всем привет, сегодня продолжаем играть Pregnant Funkin фанатскую версию Sonic XZ. Следующая песня, следующие музяки, следующая вот это вот. Сейчас напишу. Написал. Посмотрим, кто это у нас такой. Не понял. Ладно. Опять ты? Ладно. Нихуй, ничего себе. Тихо. Не работай, я хотел сказать. Ха. Ой. Да-да, опять Гринхилл. Нет. Ладно. Это все? Да, это все. Интересно, кто это такой за Соник такой, я не знаю. Скоро узнаю, кто это такой. Так, следующая песня. Так, вот это прошли, это прошли. Вот это оригинальное, вот это вот новое. Пишем. Ой, даже сюда нажать. Какой-то Форест. О, вот она Эми, которую я видел на Ютубе. Эми XZ. А что она это показывает здесь? Типа, и все хорошо. По лицу не видно. Не видно. Оу. Ай, глючит.
Лагает, то есть, кто сказать. Быстро прошли. Следующая песня. Следующая эта песня, я не знаю, проходил или нет. Я мало запоминаю музыки некоторые. Посмотрим эту. Нет, такого не было. Что-то новенькое. Пальцы здесь. Угу. Вот этот Соник, который я хотел узнать, кто это такой. Он, видно, что он безобидный. Он хороший. Подожди. Он лагает, надо нажать на паузу, чтобы все нормально было. Все нормально. Да стой ты! Чего лагает так? Да что так? Опять в YouTube помощь, потому что зависла, не загружается эта песня. Опять вылетела игра. Опять YouTube. Смотрим. Вот хотел узнать, что это Соник такой? Он такой безобидный. Но ЭГЗ. О, он говорит. Прикольно. О. Yeah.
try again? Он типа сказал, что типа ему типа понравилось, и давай еще раз. Он был такой, давай, давай. Итак, следующая песня вот такой вот Blast. Вот он. Так, что это такое? Кто это такой? Кто он такой будет? Кем он будет? Вот все. Ну вот он, короче. Вот там красное кольцо почему-то. Ну давай. О, 6 минут идет музыка. Да я играю, давай. О, все, все. О, нет, зависло. Тихо. Сука. Я еще не игру. Все, вроде починил. Ау, ау. Че он там делал? Да иди нафиг. Опять на YouTube пошли. Вот. Ладно, я спокоен. Просто хочу сказать. Это что, Faker Sonic, что ли? Только изменено, что ли? Наверное, не знаю. Ну это бред какой-то. Опа, опа! Что-то Faker Sonic. Вот это опа! Прикольно. Просто делай, просто хочу взять и сделать какую-нибудь игру про Соника с этой музыкой. А что такое? Ты что? Что с ним? Что он смеется он? Что с ним? Это что, что Faker Sonic только измененный? Это что за медведь такой? Хотя не похоже, что это Faker Sonic, потому что не сбрасывается же эта шкала. И где-то сгоревший Tails, его тут тоже нет.
Много еще. Сколько вообще минут прошло, я не считал. Чё? Санки, Лорд Икс, что? Это Соник, я вижу, там он... Чё он глючит? Что там ещё видно? Санки... А, этот ещё вижу, этого Икс, там этот, забыл. Лорд Икс, ничего себе смешно. Это Соник. Санки. Тот непонятный ёжик. С чёрными глазами. Вот этот вот. Санки, красный, синий. Глючит его, что-то. Это все? Ну да, походу это все. Все соники, которые показывает он. Тихо! Ты чё? Дальше у нас идут вот это вот и Horizon. Мой Horizon. Кто-то купил игру Horizon? У меня есть. Так, вот это вот сначала напишем первое, потом остальные. Забыл увеличить экран еще. Так хватит зависать уже. А вот все. Knuckles. О. Почему мы находимся на Knuckles Chaotix? Это же игра Knuckles Chaotix, которую я не играл и не смотрел. Может, скоро посмотрю эту игру. Ну, я слышал, что есть какой-то такой секретный персонаж, который всех напугал, и, наверное, это он и есть. Тот секретный персонаж только белый. Ой-ой-ой. Все, все. Да, больше это тоже кольцо там я вижу. Как в игре Knuckles Chaotix. Я забыл, для чего нужно это кольцо, чтобы притягиваться, как цепочка. Чтобы другой не убежал.
Опа, опа, опа. Началось. Да, вот он. Чё? Я не такого представлял, он по-другому выглядел. Не так. Он же по-другому выглядел, не так. Он же не высокий, он же такого же роста, как и Наклз. А не такой высокий. А то уж кто-то тут кругой. Хотя не уверен. Может, это он и есть, только... монстр. Ну, то есть в игре Наклз Хаотикс там был... Наклз, Вектор, Эспио, Чарми, Майти и секретный персонаж. И секретный персонаж это вот чудище юдащее. Только он не так выглядел, по-другому я вам сейчас что-то говорил. С ростом Наклза. Следующий Наклз Хаотикс, наверное, сейчас будет. Следующий финал. Финал же? Финал. Что за финал такой? Будет. Опять это? Только измененная музыка? Вот первые ноты. Вот эти вот, короче. Пум-бум, пум-бум. Были знакомы. Как будто играл страшный Соник. Страшный игрок про Соник Экзе. Похоже на игру Соник Экзе All Stars, которую мы играли в прошлом или позапрошлом году, не помню когда. Офигеть. Опа-па-па-па-па. Опять превращается чудо-юдо. Так, смотрите, кольца. Буга-буга. Ауч.
Ой. Ну а чё? Зависла игра. Всё. Рожа. Следующая песня не загружается. А почему не запускалась? Потому что я тут одну букву неправильно написал. Поставил там не Б, а Д. Так что вот, наконец-то я исправил эту ошибку, и вот, опять на Косхаотикс, погнали. А я говорю. Все. О! На Косхаотикс точно только измененный голос. А по сути, то же самое музыка. Блин. Ну ладно, сыграю. А то не хотел играть, потому что тут же та же самая музыка играет. Поэтому зачем мне заново играть в нее, если тут нет никаких изменений, кроме голоса? Ну да, нет никаких изменений. Ну что, тогда до трансформации дойду. Вот она. Если я могу идти дальше. Смотри, кто следующий. Ха, ничего нет, никаких изменений. Зачем нам заново играть, если тут измененный голос? Что будет, если я умру? А, ничего. Дальше опять Хаотикс. Опять та же самая музыка, только измененный голос. Я этот раз уже не психсильная песня. Отвлекся. Заглючил.
Лагал, то есть. Че говорю, глючит и лагал, але... Путаюсь. Давай. Опа. Господи, что тут творится? Это кто такой? А, точно, проиграть же. Сейчас проиграю. Бомбс. Следующая песня, короче, давайте. Так, следующая, это вот эта вроде песня. Да, это. Потом это... И, блин, это было или нет? Дальше тут пошли другие, которым проходили. Давайте я эту. Написал, кто это такой? О, кто таков? Вау, вау. Это трудно будет. Это уж не знаю, чик. А, вот все разобрался. Кто-то такой. Более жуткий, прикольненький. Мне он нравится. Лорд Икс, только Айван и сын, что ли? Ху-ха-ху-ха-ху-ха. Не понял? А, во мои. Нифига себе! Кто это такой вообще? А, короче... Ну, не знаю, как по-другому. Вау, 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 вау. О, все нормально. Понял, понял. Йо. А, там, ай. А, это мои. Это не мои точки идут, другие идут. Нифига, ничего себе, какой прикольный. Опять. Да ты такое, ты такое, ты творится. Погибите. Ах, блин, не те, не туда смотрел, наверху мои стрелочки. Чё?
А, теперь они внизу, блин. А то я думаю, что он меня сбрасывает так. Опять. Еще давай, бойфренд. Да! Справился. Ух. Это трудно было. Ну кто там следующий? Давайте последнего и все. Ничего такого, пацан. Ничего личного, пацан. Это последняя музыка, которую я нашел. Это последняя. На ютубе там еще есть музыки. Мы на них посмотрим. Ну, вот в следующей серии, если у меня получится это сделать. Это просто ремикс. Почему лагает? Так не должно быть. О, все. Do not steal. Тихо. А, БДС. Понятно. Нам не послушаешь другой. Догадайте, что. Что-то про маму нам сказал сейчас. Your mother, ты сказал. А где это? А чё они не переворачиваются? Чё мне это не глючит? То есть не глючит. Всё по-нормальному. Дай время, дай сейчас музыка пройдёт. Чё-то другое сказал. Это всё. Все музяки. Ну всё. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Жмите на колокольчик. С вами был Степа. Всем пока. Пока всем. Ну, посмотрите хоть на заставку, которую вот это вот сейчас. Не заставка, а это. Вот это вот. Бум. Все, всем пока.